кинопроизводстве будут применяться налоговые льготы, которые будут реализованы в соответствии с указом президента Ильхама Алиева о применении закона от 5 декабря 2023 года о внесении изменений в налоговый кодекс и урегулировании вытекающих из этого ряда вопросов. В последних поправках к налоговому кодексу с 1 января 2024 года 75% доходов от предпринимательской деятельности кинематографического предприятия, зарегистрированного в Азербайджанской Республике, осуществляющего кинопроизводство и дубляж, и не являющегося субъектом микропредпринимательства, освобождается от подоходного налога сроком на 3 года. Применение налоговых льгот к этой сфере рассчитано на возрождение кинопроизводства, переживающее период застоя. Сегодня в нашей стране кинопроизводство не считается прибыльной отраслью. Мы страна с небольшим населением, и основным источником дохода кино, конечно же, является зритель. Продажа фильма после его производства. Часть должна быть получена с кинотеатров. К сожалению, число кинотеатров и численность населения не вселяют надежду на получение больших доходов. Цель заключается в том, чтобы добиться более тесной поддержки местного кинопроизводства и дубляжа. Это позволит возродить национальную киноиндустрию в целом, стимулировать производство, а также привлечь в эту сферу больше предпринимателей и предприятий. Это важное решение с точки зрения поддержки отечественного кинопроизводства. Это однозначно поможет занятым в данной сфере лицам активнее пользоваться государственной поддержкой. Введение налоговых льгот для кинопроизводства считается одним из важных изменений по снижению налогового бремени на бизнес и стимулированию предпринимательской деятельности. Рошен Алиев, Бахыр Кяримов, Ксения Анисимова, новости АСТВ.